Опа, нормальная волна. Оставляй. Приветствую вас, друзья, на канале Бабахнем ТВ. Сегодня у нас в программе запуск салютов, можно сказать, битва салютов. Сегодня будет участвовать, надеюсь, выстрелу Sky City красного цвета и Sky City желтого цвета. Кстати, желтый визуально смотрится побольше, хотя дата изготовления у него свежее, чем у красного. Или, кстати, наоборот, точно не скажу вам. Ну что, давайте, наверное, начнем с красного. Кирпичами фиксируем, чтобы салют хорошо отстрелял. Снимаем защитную пленку с фитиля. Есть он тут? Конечно, есть. А как же без него? Данные салюты, кстати, от Максим производителя. Ну что, поджигаем. Снаряд чуть-чуть не долетел, где-то высота 20 метров, но один полетел на 10. Ну, красный так себе, кстати, средненький. Я думаю, желтый должен показать что-то лучше. По объему он намного больше, чем красный. Ну, не намного, но в диаметре на сантиметр, думаю, больше. Так, красный отстрелялся. Теперь желтый. Sky City. Есть. Тут даже и фитиль побольше в желтом. Кстати, ребята, ничья вышла. На удивление, ничья. Sky City. Салюты вышли одинаковые. Я думаю, цвет не влияет никак на их эффекты. Всем спасибо. До новых встреч.